КРК «Спорт» продолжается международный турнир среди юношей 2003-2004 года рождения и молодежи 1999-2000 года рождения, посвященный памяти мастера спорта Советского Союза Керимбекова Джилдызбека Джакоповича, десятикратный чемпион Кыргызской Республики, четырехкратный чемпион международного турнира, посвященный памяти Дюшенкула Шопокова, и двухкратный чемпион трудовых резервов среди юношей. Также он на союзном уровне очень хорошо выступал, двукратный финалист первенства Советского Союза среди молодежи. И у нас стартует через некоторое время первый полуфинал весовой категории до 54 килограмм. Мусаев Кубаныч из Атбаши против Тыштыкбекова Телека из Нарынского района. У Телека второй разряд по боксу, у Мусаева Кубаныча первый разряд. Мусаев Кубаныч в красных перчатках, ну и его соперник, соответственно, Телек Тыштыкбеков в синих. Телек Тыштыкбеков чуть выше, чем свой оппонент, видим, пропускает встречные удары, попадания со стороны бойца в синих перчатках. Телек Тыштыкбеков прекрасно двойками встречает пока что своего оппонента, ну а боец в красных перчатках Мусаев Куланович пытается сокращать дистанцию и действовать именно на ближнем расстоянии, на ближней дистанции. Хорошая техника у бойца в синих перчатках. Видим, двойками он не подпускает своего оппонента на близкое расстояние. Встречает левым джебом. Также и отправляет правый кросс прямо на голову своему сопернику. И несколько ударов уже пропустил к этой минуте Мусаев Кубаныч. Но также есть и попадание со стороны. Великолепно он здесь левым кроссом встречает своего оппонента. Есть первый нокдаун и получает его Телек Тыштыкбеков. Прекрасно здесь встретил слева своего соперника Кубаныч Мусаев. И бой продолжается. Ну и на этом у нас первый раунд завершен. Азыр мушкерлер кайрадан ринг ортосуна кайтып келишет. Жана экинчи раундту өткөрүшмөкчү. Байкай туралы, мушкерлер толук даяр. Көптөгөн соккуларды алмашууга жетишкендигин байкай алдык алгачкы раундда. Ошол үчүн экинчи раундун алгачкы мүнөттөрүндө да ошондой окуялар орун алууда. Ал мезгилде кезектеги нокдаун абалы. Бирок көк кийимчи мушкер беттеште улантууга даяр сыяктуу, себеби боксту алып барууга, улантууга даяр экендигин байкоп турабыз. Жок, бокс стоп. Демек беттеш ушул жерден жыйынтыкталат дагы. Мөөнөтүнү мурда 54 килограмм салмак чемпиондугунун алгачкы финалчысы аныкталды. Ал Кубаныч Мусаев. КТРК Спорт телеканалында СССРдин спорт чебери, Кыргыз Республикасынын 10 жолку чемпиону, 4 жолку Дүйшөнкул Шопоков атындагы эл аралык мелдештин жеңүүчүсү Жылдызбек Керимбековтун жаркын элесине арналган эл аралык мелдеш болууда. И видим, что у Сайрлана, конечно, рост будет повыше, ему будет удобнее действовать именно на средней и дальней дистанции. Ну и, конечно, Алмазбек Улубарсбек должен пытаться сокращать дистанцию. Здесь видим, левым джебом прекрасно встречает своего соперника боец в красном углу. И уже есть нокдаун в пользу Нурбека Улу Сайрлана. Бомбардирует он своего соперника сразу в начале этого противостояния. Ну и Алмазбек Улубарсбек имеет шансы досрочно проиграть данное противостояние. Снова активное действие со стороны Сайрлана. И видим еще один нокдаун со стороны Сайрлана. Представитель города Нарын. Мне кажется, что он намного сильнее, чем его оппонент. И, скорее всего, мы увидим еще одно досрочное завершение боя. Так и есть. Мусаев, то есть Нурбек Улу Сайрлан становится победителем второго полуфинала. В финале он как раз-таки встретится с Мусаевым Кубанычем в весовой категории до 54 килограмм. Здесь отказ секунданда. Конечно, было видно, что к этому бою Алмазбек Улу Барсбек из Бишкека не готов. 54 килограмм салмак чемпиондугундагы экинчи финал дагы аныкталды. Мөөнөтүнөн мурда Сайрлан Нурбек уулун биз куттуктайбыз, Нарын шаарынын өкүлү. Ал эми финалда Кубаныч Мусаев менен беттеш өткөрөт.
60 килограмм салмакчы бирдигиндеги мушкерлер алгачкы жарым финал беттешти өткөрүшөт. Ринг үстүндөгү боксчуларды таныштыра турган болсок, кызыл кийимчен Нурсултан Рахманбердиев, Бишкек шаары жана ага каршы Ислам Канатбеков. Тактоо жүргүзөт эле. Азыр 60 килограмм салмакчы бирдигиндеги беттешке ортоктош болуудабыз. Биз Гокпурштан чыккан Бекарс Темирбайды жеңиш менен куттуктайбыз. Нурсултан Рахманбердиев бул ирет өзүн жогорку деңгээлде көрсөтө алган жок. Вторая полуфинальная встреча высокой категории до 60 килограмм. В красном углу у нас выступает Насыналы Берик из Казахстана. Ну и против него в синем углу Канатбеков Ислам, который представляет Иссык-Кульскую область. И видим в самом начале первого раунда нокдаун. Свой актив записывает Ислам Канатбеков. Яркий бой мы наблюдаем. Великолепно действует представитель Иссык-Кульской области Ислам Канатбеков. Еще раз здесь правым кроссом он достает своего соперника. И имеем шанс увидеть еще один бой, в котором все решится до конца всех трех раундов. Левым хуком он встретил своего оппонента. Размен ударами. Ну и немножко точнее, чем свой оппонент, конечно, пока что Ислам Канатбеков. Снова здесь попадает правым боковым Ислам Канатбеков. Ну и идет в атаку стремительно Берик Насыналы из Казахстана. Хорошо встречает, очень умно действует на самом деле Ислам Канатбеков. Ну и, конечно, Насыналы Берику нужно прийти в себя и придумать более другой способ, чтобы держать победу в данном противостоянии. Был 2003-2004 жылкы жаш жеткинчектер арасындагы болуп жаткан беттеш экендигин токтотушубуз керек. Кайрадан мушкерлер ринг ортосунда калыстын берген белгиси менен беттеш башталды. Экинчи раундда азыр мушкерлер көбүрөөк күтүү менен беттеш алып барууда. Азыр чарчап чалгып калбаш үчүн бул кадамга барууда деп дагы белгилесек болот. Ой, жакшы. Когол менен казакстандык мушкердин узаткан тобу соккусу таамай тийген. Анан кийин дал болсо дистанцияны мыкты мүнөздө сактап беттеште Берик Насыналы жүргүзүүдө. Анткени менен ага каршы Ислам Канатбековдун дагы аракеттери жаман эмес. Раз. Мушкерлер темпте түшүрүштү. Беттештин деми бир аз солгундай түшкөндүгүн көрүүдөбүз. Анткени менен мушкерлер эми экинчи раундду татыктуу түрдө бүтүрүүгө аракетин көрүшөт. Ал ортодогу калыс көк кийимчен мушкерге ОЗЭК эскертүү берди. Эми бул алгачкы ОЗЭК эскертүү. Андан кийин дагы бир мыкты сокко Гукимче Мушкер Тараунан атандашна тама жеткерилге. Продолжается у нас полуфинальная встреча весовой категории до 60 килограмм. В синем углу у нас Ислам Канатбеков, ну а в красном Насыналы Берик, представитель соседней республики, республики Казахстан. И по итогам двух раундов, конечно, можно сделать небольшие итоги. Ислам Канатбеков действует точнее, чем свой оппонент, несмотря на то, что у Берика Насыналы, конечно, будут руки длиннее. Вот еще раз здесь левым боковым достает и справа правым кроссом он отправляет своего соперника в нокдаун. Берик Насыналы, конечно, пропустил очень сильный удар. В этом моменте второй нокдаун был. Вы видели? Мы видим, что бой у нас продолжается. Обмен левыми джебами. Еще один обмен. И видим, здесь пошатнулся Берик Насыналы.
еще один нокдаун в этом раунде мы наблюдаем. И все, бой на этом завершается. Ислам Канатбеков отправляется в финал весовой категории до 60 килограмм. И встретится он там с Темирбаем Бекарысом из Казахстана. Победу в этом бою одержал боксер Тимирбаев Ринга Булатбекову Ахтана. Мышкерлер ринг ортосына чакырылды. Ахтан Булатбекулу дагы, Арген Бактыбекулу дагы мыкты беттешти өткөрүүгө аракетин көрүшөт. Алгачкы мүнөттөрдө бир жолку тамай соккуну көк кийимчен мушкер жеткирүүдө, анан кийин кызыл кийимчен мушкердин баш кийими чыгып кеткендигин байкай алдык. Бүгүнкү күндө Арген Бактыбеков кызыл буштагы мушкер биринчи разряддагы спортчу болуп эсептелинет, ал эми Ахтан Болотбек уулу экинчи разряддагы боксчу. Боксчулар кайрадан ринг ортосунда беттеш андан ары уланууда. Дээрлик бири-бирине дал келген боксчулардын беттешине ортоктош болуудабыз. Анткен менен көк кийимчен мушкер бир аз активдүү аракеттерге барып жаткандыгын көрүүдөбүз. Андан сырткары ортодогу калыс тарабынан кызыл кийимчен Арген Бактыбековго ооз эки эскертүү берилгендигин көрүп байкай алдык. Андан ары биринчи раунд жыйынтыкталды. Бир аз үстөмдүгү менен Ахтан Болотбек уулу Скөл областынын өкүлү азырынча мыктырактай. Продолжается у нас полуфинальная встреча весовой категории суши 63 килограмм. В красном углу у нас Арген Бактыбеков, ну и против него Ахтан Болотбекулу из Сыктывской области. Яркий первый раунд мы с вами увидели, и соглашусь с моим коллегой, что боец в синем углу Ахтан Болотбекулу работает более точнее, чем свой оппонент. Здесь видим падение Аргена Бактыбекова. Ну, там никакого нокдауна не было. Поскользнулся Арген Бактыбеков. Ну и бой у нас продолжается. Еще одно падение со стороны Бактыбекова Аргена. Равновесие он здесь потерял. Ну и, конечно, видим, что Арген Бактыбеков подустал. Но видим, что он и также своими кроссами достает своего оппонента. Ахтан Болотбекулу несколько раз попал сопернику. Здесь настоящая рубка в этом бою. Арген Бактыбеков, конечно, пытается действовать на дистанции, сокращая здесь дистанцию Арген Бактыбеков. Ну и на этом второй раунд этого боя завершается. Азыр көк бурушта эсалып жаткан Ахтан Болотбек уулу Скөл областынын өкүлү, экинчи разряддагы спортчу. Буга чейин өткөргөн беттештерине сана жүргүзгөн эмес. Жана азыр бул беттеште жакшы эрөөлдү алып барууда. Эгерде жеңишке жетсе ал финалчы болот, ал эми кокус жеңилип кала турган болсо, анда ал бул эл аралык белдештин коло байгечиси аталмакчы. Үчүнчү жана акыркы раунд башталды. Ал ортодо нокдаун абалы ачылгандыгын көрүүдөбүз. Бокс уланат. Нокдаун абалына кабылгандыгына карабастан кызыл кийимчен мушкер беттешти уланта бермекчи. Тамай соккуларды узата албай жаткандыгын байкоодобуз. Арген Бактыбековтун бул албетте анын бир аз чарчап чалыга түшкөндүгүнөн кабар берет. Эми жаш спортчулар 14-13 жаштагы бул спортчуларды да түшүнсөк болот. 63 килограмм салмактык кармоо бул жаш боксчулар үчүн өтө кыйын деп айтсак дагы жаңырган болобуз. Эң бир оор салмак болуп саналат. Андыктан чарчап чалыгуу бул салмак чембирдигинде бул жаш куракта батырлык орун алары турган иш. Бир нокдаун абалы үчүнчү раундда катталды. Ахтан Болотбек уулунун пайдасында көк кийимчен мушкер жеңишке
жетишти. Ооба, көк кимче мушкер актан болот Бекулу беттештин жеңүүчүсү жана мелдештин финалчысы. Эми биз бул турнирди өткөзгөнү бир 3 жыл мурун ойлонгонбуз. Ушу Раматылга өз каза болгондон бери ушу турнирди ат башыга да жакшы деңгээлде өткөзсөк деп 3 жыл мурун ойлонуп ушул убак буйруп калды. Кудай буюрса мына башкы демирчи болуп Миңбаев Нурмухамед Бакирдинович ушу башынан аяк көтөрүп берип атат. Кудай буюрса мына 200 чукул участниктер келди, Казакстандан келди, болгон Кыргызстандын ары тармагынан келип атат. Ушуларды бүт өзүбүз мойнубуз калып жатаканасы, тамак аш менен камсыз кылып атабыз. Ошонун баары ошол кишинин башында туруп демирчи болгонун ошо жакшы ийгиликтүү өтүп атат азыр. Возрастная категория, молодежь не старше 99-го и 2000-го года рождения. Первый полуфинал весовой категории до 52 килограмм. В красном углу у нас Джанбеков Экеулан из Казахстана, обладатель первого разряда. Ну и его соперник в синем углу Нурбеков Арген, он представитель города Нарын. Также он обладатель первого разряда. Видим хорошие действия уже со стороны Нурбекова Аргена левым. Кроссом он несколько раз достал своего соперника. Ну, удары слабые, присматриваются соперники друг к другу. Здесь атака со стороны Аргена Нурбекова. Здесь уже раунды, в отличие от юношей, будут длиться 3 минуты. 3 раунда по 3 минуты. То есть полноценный любительский бокс. Мы с вами будем здесь наблюдать. Весовая категория до 52 килограмм. Атака со стороны Аргена Нурбекова. Ну и почаще, конечно, чем свой соперник, атакует Арген Нурбеков. Пытается именно на средней и дальней дистанции достать своего оппонента. Левый кросс с тем уже правым боковым. Он несколько раз уже попал в своего оппонента. Здесь в этой возрастной категории, конечно, мы увидим бокс более высокого качества, нежели до этого. Ну, это и понятно, возраст, разница в возрасте. Здесь уже спортсмены 99-го и 2000-го года рождения намного опытнее, чем их младшие братья. Владеет инициативой здесь Арген Нурбеков. Несколько раз он еще раз попадает по голову, по голове своего соперника. Здесь еще раз достал он правым кроссом. Ну и, конечно, Джанбекову Экеулану нужно вести себя поактивнее, опережать здесь Арген Нурбеков. И снова слева попадает по лицу своему оппоненту. Ну и в какой-то мере под преимуществом Нурбекова Аргена у нас проходит первый раунд. Здесь правым уже боковым, правым хуком еще раз достал своего оппонента Арген Нурбеков. И в какой-то мере можно делать небольшие итоги. Пока что в половине первого тайма инициативой владеет, конечно же, Арген Нурбеков. Еще одно попадание. Конечно, вот этот правый хук у Аргена великолепный. Не успевает даже уклониться от удара. Еркеулан Джанбеков, представитель соседней страны, представитель Казахстана. Еще одна атака. Левый боковой оказывается у Аргена Нурбекова очень точным. Ну и по очкам, конечно, ведет представитель Нарынской школы бокса. Пассивно себя ведет Джанбеков Еркеулан, присматривается, ищет слабые стороны, но Арген Нурбеков на правах хозяина, на правах местного спортсмена владеет инициативой. Великолепно здесь он снова опережает левым кроссом своего соперника. Есть попадание, ну и видим, что в оттяжке прекрасно действует Арген Нурбеков. Клонится к завершению у нас первый раунд. И свой актив в полной мере Арген Нурбеков этот раунд может записать. Жаштар арасындагы 52 килограмм салмак чемпиондугунда болуп жаткан беттешке ортоктош болууда. Экинчи раунд, ар бир раунд 3 мүнөткө созулат. Экинчи бөлүктө кандай окуя орун алары биз үчүн кызыктуу. Ашыкбастан беттеш өткөрүүдө эки мушкер тең экинчи раундда. Эсеби түшүнүктүү. 3 мүнөткө созула турган раундда өтө шашып күчтүн баарын коротуп алуу бул албетте туура эмес жүрүш болуп саналат. Ой-ой-ой. Эми гана мына Экеулан Джанбеков бир аз активдүү жүрүш баштады. Анан узаткан соккулары
атандашына тамай тийген абалды дагы байкап көрө алдык. Анткен менен Аргет Нурбеков дагы абалды батыле өз карамагына алып, чабуулдарды жасоого жетишүүдө. Экинчи номерде иштеп жатат көп Тимчемушкер. Антсе дагы бардык абалды көзөмөлдөп жаткандыгын эстен чыгарбашыбыз керек. Дагы болсо кысымда эке улан Жаныбеков коюуда. Коргонууда дагы ошол учурда каршы чабуулга чыгууда дагы Арген Нурбековдун абалы канааттандыраарлык деңгээлде. 18-17 жаштагы мушкерлердин ортосундагы беттештер чындыгына кезиптешим буга чейин айтып өткөндөй эле 13-14 жаштагы мушкерлердине караганда кыйла сапаттуу жана көркөмдүү болуп көрүнөт. Алыскы дистанциядан сокуларды Арген Нурбеков жаратууга аракетин көрүүдө. Ага карабастан эки улун Жаныбеков дагы бар күчү менен тек гана сокуларды узатууга аракетин көрүүдө. Беттеш уланат. Экинчи раунд көбүрөөк кызыл кимчен казакстандык мушкердин көзөмөлүндө өтүп жаткандыгы эми даана көрүнүүдө. Балким жакшы кеп кеңештерди өзүнүн машыктыруучусунан угуп чыккандай. Эки улан Жаныбеков дагы мыкты чабуул ал спортчунун карамагынан болгон. Эсиңиздерде болсо кечээ күнкү чейрек финалдык беттеште дагы эки улан Жаныбеков биринчи раундда атаандашын алдырып койгон, бирок андан кийинки раундтарда көп упай чогултуп натыйжада жеңүүчү аталган жай бар. Арген Нурбеков качпашы керек, тек гана коргонууну мыкты кое турган болсо анда каршы соккуларды жаратууга аракет жасаса дагы ал үчүн ийгиликтүү болмок. Ал ортодо нокдаун абалы катталды. Биринчи бөлүктө көп күч саптап койгон бул Арген Нурбеков бир аз чарчап чагылып калгандыгын дагы байкай алдык. Беттеш андан ары уланат. Экинчи раунд жыйынтыкталды, эми үчүнчү бөлүккө аздан соң ортоктош болуп баштайбыз. Да, очень ярко. Второй раунд проводит Жаныбеков и Каулан. Так начинается третий решающий раунд противостояния между Каулан и Жаныбековым из Казахстана в красных перчатках. Ну и Арген Нурбеков, его соперник из города Нарын, он сегодня выступает в синих цветах. Вот все время видим, что пытается Каулан Жаныбеков именно сокращать дистанцию, входить в панч, в обмен ударами. Великолепная двойка здесь со стороны казахстанского боксера. И размашисто он пытается добить своего оппонента. Не получается. Ну и Арген Нурбеков, конечно, пытается держать своего соперника на расстоянии. Пока что неудачно получается у Каулана догонять своего оппонента. И видим здесь еще одно падение Аргена Нурбекова. Ну, подскользнулся он в этой ситуации. Никакого нокдауна не было. Ну и, конечно, нужно отметить плохую выносливость Аргена Нурбекова, который на протяжении трех раундов по 3 минуты не готов действовать. Именно этой усталостью можно объяснить вот это вот падение Аргена Нурбекова. По корпусу здесь проходит удар Эркеулана Жаныбекова. Такой все время владеет инициативой, работает первым номером казахстанский боксер. Ну и, конечно, он видит, что и стойку свою может менять. И великолепно здесь обороняется Арген Нурбеков. Достал он левым боковым своего соперника именно на опережение. Ну и попытаться нужно, конечно, действовать именно в оттяжке Аргену Нурбекову. Великолепно здесь снова встречает Арген Нурбеков. Мы видим, что Эркеулан Жаныбеков пока не может поступиться к своему оппоненту поближе. И Аргену Нурбекову нужно, конечно, провести хороший отрезок именно в конце, чтобы вырвать драгоценные очки и победить в этом противостоянии. Ну, а Эркеулан Жаныбеков пытается все время сокращать и на ближней дистанции своими боковыми сильными ударами достать Аргена Нурбекова. Яркий бой, очень техничный, очень именно качественный бой мы наблюдаем в этой весовой категории. В первом бою, в первом полуфинале
весовой категории до 52 килограмм. Остановились бойцы, конечно, подустали. Оба спортсмена, это и объяснимо. Ну и здесь еще один обмен. Великолепно действует аргент Акиулан Джанбеков. Снова достал своего соперника боковым ударом. И аргент Джанбеков, видимо, уже просто отступает и не пытается атаковать. И подустал, конечно, наш спортсмен. Тем более пропустил несколько сильных ударов. Здесь левый боковой снова он пропустил от Аркиулана Джанбекова. И конится и третий раунд в своем завершении в бой. Аргену для того, чтобы набрать очки и победить в этом бою, нужно было провести хороший отрезок. В конце посмотрим на итоги. Яркий бой мы с вами видели. Очень сильные спортсмены. И Аркиулан Джанбеков. Эки спортшы тең биринчи разрядтагы боксчу болуп саналат. Буга чейин Азамат Рахатбеков эки беттеш өткөрүп экөөсүнө тең жеңишке жетишкен. Ал эми Канат Баатырбек уулу бир беттеш алып барып анын ал беттеште ийгиликтүү болуп чыккан жайы бар. Азыр алгачкы раундда мушкерлер көп чабуулга чыкпастан беттеш өткөрүшүүдө. Азамат Рахатбеков көбүрөөк аны коргонуу тактикасында беттеш алып барарын көргөнбүз. Ал эми кызыл кемчен Канат Баатырбек уулу ал биринчи номерде иштегенди жакшы көрөт, көбүрөөк чабуулдарга чыгарын дагы байкаганбыз. Бирок бул беттеште бир аз атаандашынан ал качып беттеш алып барууда. Эмне үчүн? Ал азырынча биз үчүн табышмак, балким машыктыруучусу койгон тактикасы ушундай болушу дагы мүмкүн. Азамат Рахатбеков көк кийимчен мушкер өтө сапаттуу беттеш алып барарын дагы айтуучубуз керек. Анын коргонуу бөлүгүндө беттешти көзөмөлөөсү баары жыйынтыктуу жана мыкты мүнөздүү экендигин байкоодобуз. Буга чейин да байкаганбыз, бул беттеште дагы ал нерсеге ортоктош болуп жаткан учурубуз. Азыр мушкерлер дагы да болсо ачылып беттеште жогорку мүнөздү алып барууга көп аракет кылбай жаткан учуру. Эми гана Азамат Рахатбеков чабуулду өнүктүрүүгө аракетин көрүп жаткандай байкай туралы. Экинчи номердеги спортчу, боксчу биринчи номерде иштөөгө аракет жасаган учурда чындыгында ал үчүн чоң кыйынчылыктар жаралат. Бирок эгерде мыкты боксчу болууну каалаган кайсыл эле спортчу болбосун, ал ар качан биринчи жана экинчи номерде иштөөнү үйрөнүүгө тийиш. Дагы бир мыкты сокку Азамат Рахатбековдун уюштуруусунда жаралган. Соккулар таам айтылбай жаткандыгы бир аз азырынча беттешти көрүккө бөлөөдө деп айта албайм. Бирок албетте акырындап баары болот. Кызыл кийимчен мушкер Азамат Рахатбек кечиресиздер, Канат Баатырбек уулунун дагы акырындап жолу ачылып, анын дагы узаткан соккулары атаандашына таамай тийе баштады. Акыркы аракетинде анын узаткан соккусу таамай тийген жок. Аны дагы эстен чыгарбашыбыз керек. Биринчи раунд акырындап соңуна жакындап келүүдө. Дар жолу эсиңиздерге салып өтөлү. Биринчи раундда эки мушкер тең дээрлик бирдей мүнөздөгү беттеш алып барды. Эми калыстар тобу кайсыл тарапка упай берет азырынча белгисиз. Второй полуфинал весовой категории до 52 килограмм. В красном углу у нас Баатырбек уулу Канат Нарынского района. Ну и Рахатбеков Азамат, он представитель местной школы бокса. Вчера в четвертьфинале Азамат Рахатбеков одержал яркую победу над своим соперником. И вот в полуфинале встретились два очень сильных и достойных боксера. Канат Баатырбек уулу ярко выраженный левша. И правша обычно против левшей действует неудобно. На протяжении
всего боя инициативой владеет, конечно, Азамат Рахамбеков. Все время прессингует своего оппонента, идет в атаку, прижимает канатом своего оппонента, ну и пытается контратаковать Анатолу Батырбек. Здесь падение Батырбеку каната, ну и Азамат Рахатбеков великолепно уже действует и во втором раунде несколько сильных ударов пропустил Батырбек Канатулу и видим просто-напросто преследует своего оппонента Азамат Рахатбеков, действует в очень хорошей манере, до этого мы видели с его стороны именно оборонительные действия, но здесь вот пытается часто атаковать, пытается добить своего оппонента и можно сделать небольшие уже итоги, побаивается своего соперника. Канат Батырбекулу все время прижимается к канатам. И Рахат, то есть Азамат Рахатбеков просто-напросто действует номером один. Имеет шанс он и досрочно завершить это противостояние. Батырбекулу Канат в атаку совсем не идет. Ждет он именно атакующих действий со стороны Азамата Рахатбекова. Вот здесь вот снова прижимается в угол. Азамат Рахатбеков подтолкнул своего оппонента, прижал канатом. Это, конечно, делать в боксе нельзя. И бой у нас продолжается. Нужно, конечно, пытаться и Канату Батырбекулу проводить удары. Великолепно здесь слева хук пропускает Азамат Рахатбеков. И видим, немножко увереннее уже начал действовать Канат Батырбекулу, побольше будет, повыше своего соперника будет Азамат Рахатбеков. Это ему помогает, он именно на дистанции держит своего соперника. Ну и, конечно, Канатулу Батырбеку стоило бы попытаться действовать именно на ближней дистанции, сокращать дистанцию, войти в ближний бой. И уже там, я думаю, что Канатулу Батырбеку, то есть Батырбекулу Канату было бы удобнее действовать. Посмотрим. Преимущество, конечно, за Азаматом Рахатбековым, представителем местной боксерской школы. На него залагают очень большие надежды. На самом деле очень яркий боксер, очень умный, именно технически оснащенный боксер. Это можно было наблюдать и в отборочном цикле, но и также в четвертьфинальной встрече вчера. На этом второй раунд у нас завершается. Яркий раунд снова проводит Азамат Рахатбеков, представитель от Башинской школы бокса, который выступает сегодня в синих перчатках. Ну и, конечно, Канатулу Батырбек. 52 килограмм салмақ шеңбердігіндегі жаштар арасындағы беттештің үшінші раундын көруге назарыңыздарды бұрауыз. Канат Батырбек уулу жана Азамат Рахатбеков беттеш алпаруда. Бірінші-екінші раундта Азамат Рахатбеков атандашына қарағанда бір топ активті болды. Эми үшінші бөлік бәлкім чечуші болушы мүмкін. Себеби анчалык бизге Азамат Рахатбеков мыкты көрүнгөнү менен калыстар аны кандай баалады ал биз үчүн белгисиз. Абдан жакшы таамай соккусу Азамат Рахатбековдуку атаандашына дал барган. Андан кийин дагы мына чалды Азамат Рахатбеков биринчи мелди улантып анын узаткан соккулары бир топ таамай болгондугу үчүнчү раундда дагы байкалууда. Бир топ кунарсыз беттеш орун алды деп айтсак дагы жаңылган болбойбуз. Күтүү менен гана беттеш алып барышты эки мушкер тең. Негизи буга чейин дагы айтып өттүм, дагы бир жолу айтып өтсөк болчудай, экинчи номерде иштеген боксчулар ар качан экинчи бокс экинчи номерде гана иштеп тура бербестен, алар биринчи номерде иштөөнүн дагы ушул машыгууларда сөзсүз түрдө машыгыш керек жана биринчи номерде иштегенге бар аракетин көрүүгө тийиш. Азыр үчүнчү раунд дагы болсо тең мүнөздөгү тең салмактуулук чабуулдар менен өтүүдө. Бир аз атаандашына караганда Азамат Рахатбековдун узаткан соккулары таамай болуп жатканы менен эми акырындап Канат Батырбек уулу дагы мыктыраак чабуулдарды жасоого киришип жаткандыгын байкап отурабыз. Мушкерлер акыркы эпизодто сокку алмашышты.
Тогда осы алдыга жүрүп барып, акыркы мыкты соккуларды узатууга эки мушкеттин аракетин көрүп жаткандыгы бул албетте кайсы бир деңгээлде таң калдыраарлык. Бирок албетте алардын дагы ойлогон, алдыга койгон тактикалык жүрүшү сөзсүз түрдө бар. Дагы бир мыкты узатылган сокку Азамат Рахатбековдун орундатуусунда болгон, андан кийин Канат Батырбек уулу дагы андай соккуларын бирин жасоого жетишти. Үчүнчү раунд айрыкча буга чейинки бөлүктөргө караганда бир топ жай мүнөздө өттү. Азыр акырындап биз жеңүүчүнү дагы аныктай турган мезгилге жакындап барудабыз. Ким мыкты мүнөздө беттешти жыйынтыктайт. Ошентип беттеш жыйынтыкталды. Канат Батырбек уулу жана Азамат Рахатбеков бизге бир аз кунарсыз беттешти тартуулады деп айтсак дагы болчудай. Көк бурчтан чыккан Азамат Рахатбеков калыстардын бир ооздон берген добуш менен бул беттеште жеңүүчү аталды. Следующая весовая категория до 56 килограмм. В красном углу у нас Эсеналиев Саят из Казахстана, кандидат мастера спорта. Ну и его соперником является сегодня в полуфинале, в первом полуфинале противостояния Казатби Талантбеков, представитель местной школы бокса от Башинского района, обладатель первого разряда. Эсеналиев Саят вчера одержал досрочную победу своим оппонентом. Очень яркий бой он провел. Конечно, кандидатом мастера спорта становятся слабые боксеры. Посмотрим на это противостояние. Здесь правый кросс со стороны Эсеналиева Саята оказывается точным. Встречает своего оппонента. Ну и первым номером пытается действовать Талантбеков Казатбей. Все время идет в атаку. Нужно заметить, что у казахстанского боксера рост повыше и, конечно, соответственно, руки длиннее. Будет он все время держать своего соперника, пытаться держать на расстоянии. А вот Казатбей Талантбеков, видим, идет на сокращение дистанции, преследует своего оппонента. Двойку хорошую здесь проводит. Ну и, конечно, Саят Эсеналиев, очень умный боксер. Здесь левый снова ли слева, здесь кросс пропускает Эсеналиев Саят. Яркое действие со стороны Казатбея Талантбекова. Видим, что здесь рефери он получает устное предупреждение за то, что держит своего соперника. Снова идет в атаку Казатбей Талантбеков. Да, боксеры делятся. Есть ярко выраженные панчеры, как Майк Тайсон. И есть ярко выраженные боксеры, которые не являются панчерами. Зачастую действует на дальней и средней дистанции. Это, конечно же, в первую очередь великий Мухаммед Али. Атакует своего соперника Казатбей Талантбеков. Действует первым номером. Несколько раз он достал своего соперника на средней дистанции. Великолепный правый кросс здесь со стороны Казатбея Талантбекова. Еще один удар. Ну и, конечно, отвечает ему Саят Эсеналиев своими также двойками. Попал по корпусу. И это немножко, конечно, озадачило Талантбекова Казатбея. Ну, идет вперед Казатби, пытается сокращать дистанцию. Здесь в корпус он попадает. Еще один удар в корпус. Но в блоке здесь прекрасно действует пока что Саят Эсеналиев. Великолепный левый боковой со стороны Казатбея Талантбекова. Достал своего оппонента, пошатнулся здесь. Еще один великолепный ход и добивает просто-напросто здесь своего оппонента Казатбей Талантбеков. И Эсеналиев Саят оказывается в нокдауне. Бой у нас продолжится, читал до 8 здесь рефери встречи, и снова бой. Первый раунд противостояния в первой полуфинальной встрече до 56 килограмм продолжается. Снова идет двойкой в атаку Казатбей Талантбеков.
одним ударом. Точнее, конечно, удар оказывается у Казанбека. Бекова прямые, конечно, удары. Нужно пытаться именно пробивать прямо здесь левый кросс. Удачно. И на этом первый раунд у нас завершается. Южный Казахстанский область, 2000 года, рождения Бурка Азимарина, 4 года, является кандидатом в мастера спорта. Провел 15 боев, 11 одержал победы. Является победителем Южного Казахстанского области. Мы первый раунд туралу кыскача ой бөлүшү кете турган болсок, эки мушкер тең жакшы бетте чалып барышты, бирок Казатбек Талантбеков бул пуштан чыккан мушкер атаандашына караганда бир топ мыктуу болгондугун байкай алдык. Эми экинчи раунд, экинчи бөлүк башталууда. Асналиев Саят түз соккулар менен чындыгында таамай соккуларды жиберүүгө жетишүүдө. Экинчи раундда эми ага карабастан Атбашы айылынын өкүлү Казатбек Талантбеков дагы бар аракетин алдыдан издөөдө. Анын узаткан соккусу акыркы эпизодто дал тийгенде дагы бир жолку таамай сокку, андан кийин көп соккуларды жиберүүдө жана кезектеги нокдаун. Экинчи нокдаунга Саят Эсеналиев кабылууда. Ооба, түз соккуларды узаткан мушкерлерге ар качан жакынкы аралыкта сокку, кыска соккуларды узаткан мушкерлер чоң кыйынчылыктарды жаратат. Бул эми чоң боксунун деле тажрыйбасында бар деп айтсам жаңылган болбойм. Бул беттеште да ошол нерсе көзгө көрүнүүдө. Казатбек Талантбеков акырдап чабуулду баштоодо. Дагы бир мыкты сокку. Эми сокку деп тиле ачыкпайм, бирок каршыбикинин атаандашын токтотууда Казатбек Талантбеков мыкты тактиканы колдонгон. Ой, жакшы, дагы бир узатылган сокку Саят Эсеналиевке дал баргандай болду, бирок эч кандай нокдаун абалы катталган жок. Балким дагы бир жолу нокдаун абалын иштеп табар Казатбек Талантбеков. Жок, эч кандай нокдаун абалын ортодогу калыс белгилеген жок. Себеби өзүңүздөр көргөндөй эле башын жерге салып коркунучтуу абалга дагы Саят Эсеналиев атаандашын алып келген. Бул жерде эми бир бири ала турган болсо анда беттеш мөөнөтүнүн мурда жыйынтыкталып калган учурлар дагы кездешишет. Эсиңиздер болсо 2014-жылы Кореянын Инчхон шаарында өткөрүлгөн Азия оюндарында кыргызстандык белгилүү мушкерибиз, ошол учурдагы Азиянын чемпиону Азат Эсеналиев жарым финал, чейрек финалда атаандашы пакистандык мушкер менен беттешип жатып, кашкабагын жарып алгандан кийин беттешти мөөнөтүнөн мурда токтотууга мажбур болгон. Ошондуктан башты жерге салып беттеш алып баруу бул атаандашына коркунуч жаратуу болуп саналат. Дагы мушкерлерге андай аракети үчүн ар качан эскертүүлөр берилет. Ой, жакшы, дагы бир мыкты сокку Казатбек Талантбековдун орундатуусунда. Дагы бир мыкты сокку жана кезектеги нокдаун. Ушул жерден ортодогу калыс беттешти токтотууга толук түрдө мүмкүнчүлүгү бар. Ооба, бокс стоп, себеби үч жолу нокдаун абалын Казатбек Талантбеков бул беттеште орундатты жана татыктуу жеңиш Атбашы айылынын боксчусунан орун алды. Продолжаются у нас бои за место в финале весовой категории до 56 килограмм. В красном углу Урманов Дастанбек, представитель Чуйской области, села Аламдюн, является кандидатом мастера спорта. Ну и в синем углу Тимур Норманов, он также представляет город Бишкек. Очень высокий у нас Норманов Тимур, очень длинные руки у него, ну и крепко слаженный Урманов Дастанбек, видим, пытается сокращать также дистанцию, идет в атаку, ну и, конечно, через оттяжку действует в этом бою
боец в красном углу, кандидат мастера спорта. И, конечно, Норманов Тимура видим, действует на дальней дистанции. Двойка со стороны Тимура. Тимур Норманов, представитель города Бишкек. Нурманов Дастанбек из Аламедина. Пытается все время атаковать своего соперника. Здесь двойкой достал своего соперника Тимур Норманов. Правый кросс попал прям в голову своему оппоненту. И, конечно, бой у нас продолжится. Видим, прижал канатом своего оппонента Нурманов Дастанбек. Видим, атаки пока что у Дастанбека не получается. Кандидат мастера спорта, конечно, для Норманова Тимура это вызов драться против кандидатов. Размашисто действует здесь Дастан Урманов, но удары его оказываются пока не очень-то и точными. Снова идет в атаку Урманов Дастанбек. Оборонительную тактику нам выбрал Тимур Норманов. Ну а своими длинными руками также пытается отвечать ему кроссами. То есть двойкой. Прямыми ударами двойка. И удар справа несколько раз уже попал по цели. По корпусу здесь действует Урманов Дастанбек. Ждет, конечно, атаки Тимур Норманов, пытается действовать именно, пытается подловить своего соперника на противоходе. Здесь двойка со стороны Норманова. Ну и Дастанбек Урманов идет в атаку прямо. Ну, не сказать ему, что эти атаки удачные. Выжидает Тимур Норманов, ну, Дастанбек Урманов все время пытается сокращать дистанцию. Размашисто действует именно боковыми хуками, он пытается достать своего оппонента. Может быть, стоило бы ему и прямыми ударами атаковать своего оппонента. Ну, посмотрим, это всего лишь первый раунд, боксеры присматриваются друг к другу, ищут слабые стороны. И концовка первого раунда снова заканчивается в атаке Урманова Дастанбека. Или 6 килограмм салмак чембердегенде азыр экинчи жарым финалык беттеш орун алууда. Кызыл бурчтуу эс алып жаткан Дастанбек Урманов ал учурда 16 жашта 17 жашта тактап айтсак Аламидин районунун өкүлү, спорттун чеберчилигине талапкер. Бокс менен 6 жылдан бери машыгып келет. Якутияда өткөрүлгөн Азия балдары мелдешине ийгиликтүү катышып келген жана анын катчыгында Азия балдары мелдешинин медалы бар. Азыр эми беттешти уландуу түрдө көрөлү. Чындыгында эки мушкер тең өтө жакшы эрөөлдү биринчи раундда көрсөттү. Канчалык Дастанбек Урманов мыкты болбосун, Тимур Норманов ага каршы татыктуу беттешти көрсөтүүдө. Дагы бир жолу эгерде атаандашын кармай турган болсо да Тимур Нормановго ортодогу калыс олуттуу түрдө эскертүү бериши мүмкүн. Андыктан Тимур Норманов атаандашын көп кармап тартпастан беттешти алып барууга тийиш. Экинчи раунд анчалык эле мыкты деңгээлде өтүүдө деп айта албайбыз, бирок мушкерлер бар аракетин тек гана алдыга барып көрүүдө. Дагы жакшы бирип баруу. Атаандашын кыйын абалга кептеген Дастанбек Урманов бир аз мыкты соккуларды жиберди, бирок нокдаун абалын иштеп таба алган жок. Бул кимче мушкердин бою узундугу экендигин дагы көрө алдык. Эми гана нокдаун абалын берсе болмок, жок, ортодогу калыска бизге караганда абдан мыкты деңгээлде көрүнүп турат беттеш жана ал туура чечимди чыгарды деген ишенимибиз бар. Экинчи раундду толугу менен өз көзөмөлүнө алган Дастанбек Урманов дагы да болсо жакшы мүнөздө өткөрүүдө.
Ал ортодо атаандашын түрттүп жибергендигине байланыштуу кызыл кимче мушкерге болуу түрдө эскертүү алды. Бул эскертүү сөзсүз түрдө ал үчүн ийгиликсиз болуп калышы мүмкүн. Упай жоготууга барабар. Үч калыс тең бирден упайды азыр эскертүүсү үчүн Дастанбек Урмоновтун карамагынан алып койду. Беттеш уланууда дагы бир чабуулду азыр Дастанбек Урмонов жараткан. Экинчи раундда Дастанбек Урмонов өтө жакшы беттешти алып барды. Жана ошол учурда азыр көк кимче мушкер дагы Тимур Нарманов дагы улуттуу түрдө эскертүү алууда, себеби атаандашын кармап токтоткондугу тууралуу айтканбыз. Биринчи раундда, экинчи раундда да кандай окуя катталды жана ортодогу калыс эскертүү берди. Экинчи раундда эки мушкер тең бирден эскертүүгө ээ болгондугун айтуучубуз керек. Ал эми раундду жыйынтыктоо үчүн мушкерлер алдыга барып беттеш өткөрүүдө жана биринчи раунд жыйынтыкталды. Экинчи бөлүк тууралуу кыскача кортундуу сөзүбүздү айта турган болсок, жакшы беттеш алып барышты эки мушкер тең. Вторая полуфинальная встреча противостояния между Урмоновым Дастанбеком Аламиддин и его соперник Тимур Нарманов. Он из города Бишкек. Ну, рано делать выводы. Равные на самом деле бойцы. Очень много элементов не бокса, а борьбы мы наблюдали. По одному предупреждению каждый из боксеров получили. И вот в этом раунде, в третьем раунде, конечно, все станет более-менее понятно. Урмонов Дастанбек очень часто проводит в атаке, действует первым номером. Ну и, конечно, Тимур Нарманов не остается в стороне, пытается своими длинными руками достать на дальней дистанции. Ну и видим здесь падение бойца в красных перчатках Дастанбек Урмонов. Финал в этой весовой категории вышел Канатбеков Казатбей. Посмотрим, кто станет вторым финалистом в этой весовой категории. Достал здесь левым боковым своего оппонента. Еще один удар, но удар был не таким уж и точным. Еще раз здесь левым боковым достается оппонента Дастанбек Урмонов. Прижал своего оппонента к сетке. И был ли? Нет, нокдауна нет. Что же здесь? Небольшая пауза возникла. Ну и бой у нас продолжается. Уже Нарманов Тимур пошел в атаку. Двойки сейчас действует. И снова сетки отлетает Тимур Нарманов. И предупреждение получает он устный от главного рефери, который говорит, ну, что у него движение головой. Еще раз слева достается оппонента. Ну, не было в этом моменте, скорее всего, нокдауна. Так и есть его столкновение и падение Тимура Нарманова. Еще раз слева попадает здесь. Великолепно нашел слабую сторону своего оппонента Урмонов Дастанбек. И первый нокдаун в этой встрече мы наблюдаем в пользу Урмонова Дастанбека. Левый боковой очень часто Дастанбека Урмонова. Конечно, Нарманову нужно это видеть и пытаться вот эту вот свою слабую сторону прикрывать. Если будет еще одно такое попадание сильное с левой стороны, то это, конечно, будет очень сильный удар в сторону Нарманова. Еще один пропускает и подустал здесь в бою Тимур Нарманов. Все время пятится назад и не пытается чем-то отвечать на движение своего оппонента. Нужно, конечно, пытаться держать Дастанбека на дальней дистанции. Здесь удар справа великолепно попадает точно в цель. И второй нокдаун в пользу Дастана Урмонбекова. Мы Урмонова наблюдаем. И бой на этом завершается. Конечно, явное преимущество было у Дастанбека Урмонова. И, скорее всего, он и выйдет в финал в этой весовой категории до 56 килограмм.
Кыйынчылыктар болуп жатты, бирок аларды буюрса өттүк, жакшы эле болду баары тең. Баары ыраазы болуп атышат. Аябай жакшы кыйын-кыйын балдар келишти. Башкы демөөрчүбүз Миңбаев Нурмухамбет байкебизге чоң рахмат. Ушу Атбашыны, ушу Атбаштагы спорттун өнүгүшүнө аябай чоң салым кошту деп ойлойбуз. Мындан ары да ушу буюрса ушу турнирлер, ушу турнир дагы уланып өтсүн. Кичинекей да кемчиликтер болот. Бирде утуласың, бирде утасың. Бирок негизи тренировка кылып, жакшы машыгуу менен өтө берсең результат болот буюрса. Булардан да ошолорду көрүп атам. Бул ушул турнир ушуларга түрткү болсун деп ойлойм да. Ринг ортосуна чыккан мушкерлерди тааныштыра турган болсок, кызыл бурчтан Баяман Валиев Бишкек шаардын өкүлү Беттеш Алпарова чыкты жана анын атаандашы Темирбек Карбек уулу Нарын районунун. Баяман Валиев 3-чү разряддагы спортчу, ал эми Темирбек Карбек уулу 2-чү разряддагы боксчу эсептелинет. Эми алгачкы раундда эки мушкер тең активдүү аракеттер менен көздө көрүнүүдө, бирок кайсы бир тараптын мыкты соккуларын байкап көрө элекпиз. Ой, жакшы. Андан мыкты соккуну көк кийимчен Темирбек Карбек уулу жүйрүүгө жетишти. Акыркы эпизодто анын атаандашынын чабуулун токтотуудагы сол кол менен узаткан соккусу дагы бир топ оор болгондугун байкай алдык. Барган сайын беттештин көркөмдүүлүгү артып барууда. Себеби мушкерлер биринчиден кыйла тажрыйбалуу, экинчиден алар тактиканы коюп, андан кийин гана беттешти алып барышат. Дагы бир негиз ушундай беттешти көрүп жатканыбыз. Бул мушкерлердин баары тек гана жеңиш үчүн беттеш алып барууда деп айтсак болчу да. Беттеш уланат. Алгачкы раундтун биринчи жарым бөлүгүндө көк кийимчен Темирбек Карбек уулу атаандашына караганда бир топ мыкты болду жана анын узаткан соккуларын ортоктош болуудабыз. Эң акыркы көзүрмөндөр, чындыгында эки мушкер тең бир топ бири биринен соккуларды өткөрүп алууга мажбур болушту. Бирок ага карабастан азыр биз кереметтүү беттешти уландуу түрдө көрөбүз деп айтсам болчу да. 32 эскертүү кызыл кийимчен мушкерге берилди. Ой жакшы, дагы 2-1 соккуну Темирбек Карбек уулу атаандашына өткөрдү. Албетте жакшы упай деп айтсак болчу да. Андан ары беттешти уландуу түрдө көрө турган болсок, дагы бир мыкты сокку жана нөлөт номурда беттеш бүтүүгө жакындап барууда. Себеби кызыл кийимчен мушкердин абалы барган сайын начарлап барууда жана эң акыркы эпизодто нокдаун абалындагы алууга мажбур болду. Бокс ушул жерден токтойт, ортодогу калыс беттешти токтотту. Ал эми финалда ким менен беттеш өткөрөт, алдыңкы рөлдө биз биле алабыз анын атаандашын. Ал жакта Александр Афанасьев жана Нарым Кабдаухи таттуу мушкерлер бир бирине каршы турат. Стартует сильный на самом деле боксер. Вчера и Кабдаухит Нарым оставил великолепное впечатление в четвертьфинале встречи. Также и Александр Афанасьев ведет очень тактически умный бокс. И, видимо, он уже сразу пошел в атаку против Серика. То есть против Кабдаухита. И в некоторой мере можно заметить, что удары у Александра Афанасьева оказываются точными. Левша Александра Афанасьева. И, конечно, ему удобно действовать против правши. Есть атака еще. И Кабдаухит Нарым часто действует именно в защите. Александр Афанасьев, конечно, имеет шанс победить кандидата мастера спорта и выйти в финал на Карбекова Темирбека. Александр Афанасьев постоянно в атаке. Ну, удары его блокируются пока что. Точных ударов со стороны Александра очень мало. И здесь хорошую контратаку проводит Кабдаухит Нарым. Великолепно достал он своего соперника. Левым боковым он еще раз достал. И здесь уже видим, великолепно действует Кабдаухит Нарым именно в контратаке. Александр Афанасьев яро пошел в атаку. И, конечно, за это поплатился.
все, на этом заканчивается бой. Кабдохит Нарым техническим нокаутом выходит в финал весовой категории до 60 килограмм. Очень сильные удары пропустил, на самом деле, Александр Афанасьев. И бой, к сожалению, продолжить он не смог. Это все увидел рефери в ринге, посмотрев в глаза Александра Афанасьева, и понял, что Александр Афанасьев потерян в этой ситуации. Азыр 64 килограмм салмақ чембердегіндеге беттешті көруге жақындап келдік. Жаштар арасындағы беттеш 64 килограмм салмақ чембердеге. Қызыл кеймшен Нұрсултан Серик, Қазақстан Республикасы, Шымкент шары. Жана аға қаршы көк бұрыштан шығып жатқан мүшкер Ақжолтой Гөбегенов Ысықкөл областы. Байқай тұралы бұл беттеште қаншалықтың елді мүшкерлер мұқты мінөзді алпара арекен. Нұрсултан Серик ал ұчырда Қазақстан Республикасының спортының чеверчілігіне талапкер, ал емей Ақжолтой Гөбегенов екінші разрядтағы спортшы. Беттеш башталды. Алғашқы раунд өтеділі мұқты мінөзді өтпе жатқандығын бұрылды. Нұрсултан Серіктің атандашынан қолдору ұзынырақ, жына түз соққыларға көрек әрекетін жасайды. Мен бұл бой ұзын, қол ұзын мұшкерлерге мінөзді болған тактикалық жүрішті айтсам, жаңылған бұл бойым. Ал емей аның атандашы Ақжолтой Гөбегенов, аның бір ғана жақшы тактикасы бар. Ал сөз үстірді атандашына жақын келіп қысқа соққыларды жіберу. Қаншалықтан келді Ақжолтой үшін егілікті болып, бұл беттеш азырынша біз үшін беймалым. Қазақстан Республикасының спортының шеберіменен екінші разрядтағы қырғызстандық боксшы. Еме бұға чейінгі намдары бұл беттеште өзінің сөзін айтады дегенде мен алысымын. Бірақ ошол учурда тәжірибе деген арғачан өзінің сөзін қайсы спорттың түрінде болсын айтып келген жай бар. Андықтан бүгінгі беттеште де ошондой окуя орун алышы толук ыктымал. Беттеш уланат. Көк кеймчен мушкердин акыркы аракеттеги узаткан соккулары атаандашына таамай тийгендигин да көрүп алдык. Анткени менен Нурсултан Серик дистанцияны сактап көптөгөн так жана сапаттуу соккуларды жиберүүгө жетишүүдө. Абдан жакшы мушкерлер бири-бири менен бир топ соккуларды алмашууга жетишти. Дистанцияны кыскартыш керек азыр Ақжолтой. Андан бөлөк анда эч кандай мыкты жол жок. Ошол нерсени мықты мінезді орындатқандағаны Ақжолтой Гөбегенов бәлкім бой ұзын Нұрсултан Серікке қаршы чоң қиыншылықты жаратышы мүмкін. Бірақ қорғануда Нұрсултан Серік қазақстандық мүшкер өзін азырынша мықты мінезді көрсетуді. Абдан жақшы. Екі мүшкерден бір-біріне таамай соққыларды жөндесіп жетісті. Біраз тынығудағы алуда мушкерлер эме бул жерде түшүнүктүү. Бир бой узун, бир бою бираз андан кыскараак болгон мушкерлердин ортосундагы беттеш сөзсүз түрдө ушундай мүнөздө орун алары турган иш. Биринчи раунд жыйынтыкталды. Азырынча кайсы тараптын мыкты болгондугу мен так ачык айкын айырмалап бере албайм. Не сказать бы, что неудачно атакует, и великолепно атакует Ақжолтой Гөбегенов. И во втором раунде мы видим продолжение этого противостояния. Намного выше своего оппонента, конечно, Серик Нурсултан. Ему удобнее действовать именно на средней и дальней дистанции, выжидая друг друга. И это говорит о опыте этих ребят. Очень умные, именно мышление у них очень хорошее, видимо. Они идут на размен ударами, пытаются именно осознанные и продуманные атаки свои проводить. Это касается и
Ақжолтоя и Нурсултана. Сокращает дистанцию Ақжолтой. Можно в этом моменте попытаться сделать атаку. Не получается. Ну, контролирует ситуацию Нурсултан Серик. Вот с левой боковой еще один проходит со стороны Ақжолтоя. Точно. Удар по корпусу здесь действует, но Эдин хорошо встречает его Нурсултан Серик. С дальней дистанции именно отпрыгивает назад и встречным ударом попадает сопернику прям в голову. Дергает своего соперника Ақжолтой Кубугенов. Видимо, Серик видит и контролирует ситуацию. Там Серик, представитель казахстанской школы бокса, кандидат уже мастера спорта. Ақжолтой Кубугенов также оставляет хорошее впечатление. Вчера в четвертьфинале встречи он прекрасно разобрался со своим оппонентом. Ну и здесь он имеет шансы выйти в финал весовой категории до 64 килограмм. Бой у нас продолжается, второй раунд. Ну что, лучше действует, по моему мнению, боксер из Казахстана. Очень часто точные у него удары, прямые, точные двойки. Очень хорошие со стороны Нурсултана Серика. Еще одна двойка, два кросса и слева-справа. Правый удар оказался точным. Ну и, конечно, Ақжолтой Кубугенову нужно что-то предпринять и попытаться идти в размен. У него с ударом будет, конечно же, сильнее и по габаритам более слаженно выглядит Кубугенов. Ақжолтой, ему удобнее будет действовать именно в размене и на ближней дистанции. Дальнюю и среднюю дистанцию полностью контролирует Нурсултан Серик, не дает он сократить дистанцию Ақжолтоя. Но, видимо, Ақжолтой старается, пытается найти слабые стороны здесь. Правый кросс, еще один левый кросс. И два удара Ақжолтоя Кубугенова оказывается точными. Хорошее действие. Прочитал ситуацию, опередил своего соперника и два раза слева попал по голове соперника, оппонента своего. Обманные действия со стороны Ақжолтоя. Мы видим, Серик Нурсултан проводит отличную двойку в конце второго раунда. Великолепный бокс. Наблюдаем мы в первой полуфинальной встрече весовой категории до 64 килограмм. Первый международный турнир, посвященный памяти мастера спорта Советского Союза Керембекова Джилдызбека Джакуповича. Организовали турнир воспитанники этого человека. Весовая категория 64 килограмма. Полуфинальная встреча, первая полуфинальная. Нурсултан Серик в красных перчатках против Ақжолтоя Кубугенова в синих. Он из Иссык-Куйской области. С разных регионов в этом турнире участвуют бойцы. Но нет бойцов из южных регионов. И в будущем надеемся, что этот турнир будет... То есть организации этого турнира будут способствовать и Федерация бокса Кыргызской Республики. В будущем хотелось бы на этом же турнире увидеть представителей и других областей нашей страны, и не только соседнего Казахстана, но и других стран, например, Узбекистан или Таджикистан. Это все будет зависеть от организации. Надеемся, что правительство, также правительство именно региона, также и Федерация нашего бокса будут способствовать тому, чтобы этот турнир проводился и далее. Великолепно здесь размен ударами. Вот в третьем раунде мы видим хорошие действия со стороны Ақжолтоя Кубугенова. Пошел он в атаку несколько раз справа. Правой боковой он попал по голове Серика Нурсултана. И видим, что кровь пошла у Серика из носа. Хороший бой именно в плане тактики. Такие бои, конечно, приносят очень хорошее удовольствие для любителей этого вида спорта. Третий раунд, первый полуфинал. Также в этой весовой категории есть очень яркие футболисты, то есть яркие боксеры. Это, конечно, один из них Серик Нурсултан. Хороший боец, на самом деле кандидат в мастера спорта. Также и Ақжолтой Кубугенов показывает, что он, и мышление у него отличное, видимо, он все время не идет на обмен, размен ударами, пытается найти слабые стороны своего соперника, все время атакует. И посмотрим, вот под конец третьего раунда все может здесь
решиться. Желтой Копюгену нужно, конечно, пытаться провести хорошую концовку. Небольшое преимущество, конечно, за Нурсултаном Сериком, который несколько раз вот такими двойками достал своего соперника. Видим, уже идет в атаку Желтой Копюгенов. Хорошая атака, хорошая двойка по корпусу со стороны Серика Нурсултана. Подустал Желтой Копюгенов, видим. Ну и, видимо, отпустил свои руки также Нурсултан Серик. Преследует своего оппонента, пытается Желтой что-то придумать, пойдет ли он в атаку. Нужно, конечно, Желтой поработать в данной ситуации, именно поработать на атаку. Есть один удар по корпусу, Желтой Капуганов, конечно, не сдается, хороший бокс здесь на самом деле провел. Ну, Серик Нурсултан обладает очень большим опытом и спокойно доводит эту встречу до логичного завершения. Точнее, конечно, удары у Нурсултана Серика. Прямые двойки и тройки. Очень красивые прямые двойки и тройки проводит в конце боя Серик Нурсултан. И через некоторое время мы услышим имя победителя в первой полуфинальной встречи весовой категории до 64 килограмм. Победитель в этом бою — Серик Нурсултан.